Место дислокации наряда дежурно-постовой службы возле первой школы. Сотрудники ГИБДД внимательно следят за проезжающими автомобилями. Взмах полосатым жезлом водителей останавливают для проверки документов. Первоочередная задача наряда ДПС – напомнить водителям о внимательности на дорогах, особенно в преддверии начала учебного года. Илья Николаевич, проводятся у нас оперативно-профилактические мероприятия «Внимание, дети». Обращаем ваше внимание на предоставление преимущества пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеходному переходу. Сотрудники ДПС внимательно следят за соблюдением правил перевозки детей и пассажиров, а также за тем, чтобы водители не забывали включать в светлое время суток ближний свет фар или дневные ходовые огни. Так транспортные средства становятся заметнее на дорогах, как для других водителей, так и для пешеходов. Еще раз напомнить водителям, чтобы предоставляли преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, так как некоторые у нас об этом забывают. Сейчас дети пойдут в школу, пешеходов будет намного больше, многие дети будут ходить уже одни, так как они постарше. Естественно, это все направлено на их безопасность. Место дислокации наряда ДПС переместилось на улицу Кирова ко второй школе. Здесь транспортный поток плотнее, пешеходов больше. А вот и нарушитель. Водитель ВАЗа 14 модели забыл включить ближний свет фар. Проверка документов, и на забывчивого водителя будет составлен протокол. За передвижение на автомобиле с неисключенным ближним светом фар, либо дневными ходовыми огнями, либо противотуманными фарами, у нас предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Усиленное дежурство на дорогах города сотрудники ГИБДД будут нести каждый день. А с 30 августа к обеспечению безопасности в школах и на территории вблизи образовательных учреждений будут задействованы несколько подразделений полиции, в частности ГИБДД, ПДН, конвой и ППС.